Легко ли взаимодействовать с инвалидом, с серьезной инвалидностью? Чаще всего. Сложно. Сложно, да. Вот это надо понять. Сейчас я объясню, почему. Это абсолютно здоровый, нормальный процесс, когда человек без инвалидности всегда будет очень сложно общаться с человеком с инвалидностью. Объясняю. Вот мы как понимаем нового человека, да? Как мы его воспринимаем, да? Мы идем по улице, да? Глаза подняли и видим, новый человек идет. Из-за угла вышел. Вот, и у нас есть такая функция, ее условно можно назвать автомоделирование. Она у нас происходит в доли секунды и бессознательно. Мы ее контролировать не можем. То есть глаза подняли, мы всегда считываем другого человека. У нас голова в него побежала, представила, как он ходит, как он дышит, как он говорит, какая у него осанка. Побежала, и мы также представили, вот если бы мы шли так же бы дышали, так же бы говорили, что бы мы внутри чувствовали. И так мы считываем другого человека. И это происходит без, мы это не можем контролировать, это всегда происходит. Теперь смотрите ситуацию. Я иду, с утра никого не трогаю, все налоги заплатил, иду, из-за угла уходит что-то там, допустим, парень, и у него такая, я начинаю его все расканировать, да, бессознательно у меня голова в него побежала, и я представляю вот такая походка, такая осанка, такое дыхание, потом раз представляю, у меня глаз нет. Мне нет глаз. Что со мной происходит? А? Жуть вообще, ступор, страх, да, катарсис, все что угодно. Понимаете? Почему? Потому что человек не может представить того, чего у него не было в опыте. Это у нас нет такой функции, то есть если у меня этого не было в опыте, я не могу этого представить. И представьте, а это на автомате всегда. У здоровых людей, то есть он раз и считал, и раз бум, попал вот в это ужасное состояние, которое ему надо прожить, продышать там. Вот. Самая главная ошибка людей с инвалидностью вот в этот момент начать что-то требовать от здорового человека или пытаться с ним что-то ему объяснить. Там не с кем разговаривать, там один страх и ужас. И важно понимать, что ни здоровым людям, ни людям с инвалидностью не надо стесняться вот этого процесса, не нужно. Это просто особенность, как особенность, с высокими мы разговариваем, голову вверх забираем, с низкими голову вниз, понимаете? Это просто особенность. И это как бы я там не научился двигаться, причесываться, мне это будет до конца жизни. Когда я встречаюсь с каждым новым человеком, он же глаза поднял, но раз пытается мои глаза поймать, да? А что он вместо этого ловит? Пустоту, да. А это, представляете, какое жуткое переживание. Да. И этого стесняться не надо, просто есть техники, как это продышать, продождать, еще хорошо помогает юмор, ну, кто? Не всегда, но помогает.